Вот они, красавцы китайские, 20 комплексов приехали все-таки. Дождались мы ихнего появления, роботов. Леса, наверное, больше в Томской области не будет. А вот они, красавчики, еще стоят. Комплексы, комплексы, вот они, красавцы. Говорили же, люди приедут. Вот они приехали. Осталось дождаться следующей зимы. И пиздец всему нашему лесу. И будем мы зубочистки грызть. На диване. Мы тут нечаянно заехали так без спроса. Ну интересно же, как наш лес-то тут поживает. Нас сейчас, наверное, выгонят. Ну ладно, мы тут быстренько пока. Мы же не воруем ничего. Там красотища-то. Красотища-то какая. Сибирь наша матушка. Всех прокормит. Все. Только кустов на самом деле не рубят китайцы наши. Дают расти. Ну. Да. Вот там не гнутся. Вообще красотища, красотища. Вот Мишкин лес, как говорится. Сложили в штабель. А, вон еще разгружаются. Молодцы, молодцы. Работают люди, работают. Да, слов нету, одни слюни. Одни слюни. И там еще штабеля. Ядрена, батона. Все, красота. Спасибо вам, китайцы. Вы нас научите работать. Но уже работать будет не с чем.